initialize sequence. We're now in the approach phase. Everything looking good. Need to remove you. Я защитник триумфа, Дмитрий Кулагин. Чувак, я говорю, тихо. В общем, сегодня мы расскажем вам про негласные правила баскетбола. И теперь правило номер один для баскетболиста на площадке. Самое главное – это выглядеть круто. Майка должна подходить под кроссовки, кроссовки под носки и обязательно шорты. Все это вместе создает твой стиль. Но защитнику мало хорошо выглядеть. Ему надо хорошо обращаться с мячом. Многие говорят, что пришли в большой спорт и стали профессионалами лишь благодаря большому труду, но я думаю, что это не так. Они стали ими благодаря наличию примет. У меня есть свои суеверия. На домашние игры я зачесываю прическу вправо, на игры выездные моя прическа всегда с левой стороны. Забитый бросок не принесет столько радости зрителям и себе, если ты не придумаешь празднование этого броска. В баскетбольных учебниках вы можете прочитать о том, что пас – это передача мяча вашему партнеру. Но я докажу вам, что это не так. За пределами площадки очень важно оставаться профессионалом, быть настоящим баскетболистом. И в частности, этому способствует здоровое питание. Смотри, как надо. Хо-хо. В баскетболе важно делиться с партнерами. Причем не только мячом. Бананчик. Спасибо за внимание. С вами был защитник баскетбольного клуба «Триумф» Дмитрий Кулагин. Если вы будете следовать этим баскетбольным заповедям, то мы возьмем у вас свою команду. Да, парни? Берем!